Вода в фонтане уже почти нагрелась. Слушай, а я вот тут стою, смотрю на всех, столько выпускников, все красивые, нарядные. А как думаешь, сколько здесь ребят, а сколько девчонок? Ну, ребят, в любом случае больше. По-моему, не факт. А давай проверим, и заодно поднимем с вами себе настроение. Итак, девчонки, а ну-ка подайте голос. Ну да, неплохо. А теперь послушаем ребят. Девчонки, ну так нечестно. А ну-ка покажите, кто тут самый красивый, самый громкий. А теперь еще раз, ребята. Ну ладно, ладно, говорили. Ребят, конечно, больше. Зато девчонки у нас на ИСА самые красивые. Правда, девочки? Почему так тихо? А ну-ка громче! Эй, что-то мы тут застоялись. Кажется, пора уже приступить к награждению главных героев сегодняшнего вечера. Итак, приступим, наконец, к вручению дипломов выпускникам и магистрам ИСА МГСУ 2013 года. Для награждения выпускников факультета ИА на сцену приглашаются Ланина Оксана Эдуардовна и Никоморкина Ольга Николаевна. Для награждения факультета ФГС на сцену приглашаются Акимов Павел Алексеевич и Дмитриев Александр Сергеевич. Для награждения факультета СТ на сцену приглашается КАДО Марина Борисовна. Для вручения выпускникам дипломов экстерната приглашается на сцену Попова Марина Николаевна и Кузьмина Татьяна Константиновна. Все факультеты, но вот тут есть по сценарию определенная очередь. Первый – это факультет ИАФ, второй – СТ, и только в конце – ПГС. И вот ПГС вручает Акимов Павел Александрович. А кто вручает предыдущий? Алексей. Алексей. Так что, наверное, нужно начинать с факультета ИАФ, как по плану. Уважаемые коллеги, хотел бы сказать несколько слов. Вы знаете, ну, во-первых, очень, конечно, приятно присутствовать сегодня здесь, в этот торжественный вечер. Уже обращались ко всем целевым аудиториям этого зала, и действительно, нашим выпускникам, нашим родителям, выпускников, уважаемый профессор состава, что хочется сказать. Ну вот сегодня действительно у вас самый-самый знаменательный день в жизни. Ну, наверное, это может быть сравнить еще, если из ближайших дат, это день окончания школы. Но я думаю, что институт это более запоминающий, университет более запоминающий событий. И, конечно, большое счастье видеть сегодня всех вас здесь. Так сошли звезды, что ваши родители доверили вам обучение именно в стенах Московского государственного строительного университета, о чем, надеюсь, никогда не пожалели и не пожалеют в будущем. Именно вы подали документы в наш университет. Именно вы встретили замечательный коллектив, замечательный профессорский состав нашего университета. И самое главное, вы оказались лучшими среди всех наших студентов, теми самыми студентами, которые дошли до самого конца, получая сегодня дипломы, с отличием дипломы, просто дипломы студентов, выпускников, являются выпускниками нашего университета. Я искренне верю, что вы никогда не разорвете связь с нашим университетом, что вы будете поддерживать общение друг с другом, потому что именно своим общением единство друзей прежде всего. И также хочется надеяться, что многие из вас продолжат обучение, разумеется, в аспирантуре, в докторантуре нашего университета. Поздравляю вас еще раз. Ну а теперь разрешите приступить действительно к торжественной процедуре вручения диплома. Спасибо. Он получается магистру строительства Института строительства и архитектуры Тахтарову Азамату Нурмудиновичу.
вручаются выпускникам Института строительства и архитектуры, завершившим обучение по специализации реконструкция и реставрация зданий и сооружений, Перликовой Анастасии Олеговне, Буглей Анне Владимировне. Буйкевичу Вадиму Викторовичу, Волковой Евгении Дмитриевне, Гинцик Ксении Александровне, Данилову Роману Александровичу, Дьяковой Екатерине Николаевне, Евдокимову Александру Николаевичу, Ефремянову Борису Ливоновичу, Жубрину Александру Алексеевичу, Карамяну Тиграну Арташесовичу, Копьевой Татьяне Андреевне, Коровиной Татьяне Александровне, Косенкову Владимиру Владимировичу, Лазареву Николаю Вячеславовичу, Мамочкиной Анне Игоревне, Машировой Анне Станиславне, Моисееву Алексею Сергеевичу, Мышляковой Анне Андреевне, Назарову Михаилу Константиновичу, Пенькову Эдуарду Геннадьевичу, Бушкову Михаилу Сергеевичу, Резнауковой Анне Владимировне, Сорокиной Юлии Юрьевне, Шуринову Алексею Владимировичу, Юдину Ярославу Константиновичу. А вы ваши.